Сейчас вартовчанина ждут пара дней отдыха в Токио, а затем ему предстоит непростой перелет и, конечно, долгожданная встреча с земляками. Как рассказал Альберт Батыргазиев, после боя отдыхать долго он не будет. Начнет подготовку к Парижу, где пройдут следующие Олимпийские игры. Хочу попробовать себя в профессиональном боксе. Сейчас можно боксировать там и там, брали ограничения. Я думаю, можно будет параллельно делать бои. Ну и, конечно, готовиться к следующей Олимпиаде, потому что Олимпийские игры – это совсем другие ощущения. Это неописуемые эмоции, которые стоят этого, вот всех вот этих жертв. Сколько терпели, сколько ждали, тем более еще дополнительный год был. И мы это прошли.